Ну, поехали. Так, мы, по-моему, в 13 главе. Симона. Его друга. Долгий тенистый путь не пресс. Еще. Ну и да, здесь время надо не наставать и читаторами по онлайн-очи. Кроме дали ровным счетом ничего. Так, а где мне искать Димона пропащу? А, надо, кстати, в первом пас. Я в этом же. Блин, я забыл микрофон поставить. Ну так я пойду сам с собой разговаривал. Привет, Ламинеки. Да никак ровным счетом. Выбил онлайн ачивку и все. Ничего с прошлого стрима не изменилось, по сути. Да теперь да пройти. А что есть на примете? Я ж хотел узнать, куда мне идти. Я ж не... Вдруг она намекнет, какой район. Сибую. Окей. Блин, а я здесь говорил с этим Виголовым? Я уж не помню. Так, это какая глава? По-моему, 13-я. И да, это именно она. Тринадцатая глава Асакуса. По-моему, был там. Да, вроде бы. Не, я перед этим сохранился. Точнее, после этого сохранился. Так, окей. Так. Нам сказали идти в Сибую. Намекнули. Так. Блин, там же, по-моему, да, на машине Дигимон стоит. Ну, а что я здесь забыл? А, я даже не могу поговорить с ними, ну ладно. Блин, а я правильно? А я сюда мог раньше прийти? По-моему, да.
Блин, я помню, где-то было какое-то что-то там. И там монетку я не подобрал, где босс был. Там, где рисовальщица была. Так ты ищешь его друга. Тут замечательно, такой у меня хорошая работа. Однако, где здесь? Я уже не могу. Однако, какая будет прибыль за это? Да, неважно, я помогу найти. Девиз мастанцев: нет дегемонов, нет жизни. И также в цифровой мир. Я не могу оставить этого милого дегемона одного. Я соберу информацию в реальном мире. Ты же должен поискать этого друга в Идене. Ладно. Надеемся, что это велико возможно. Итак, я предоставляю это Nokia и сам же я направлюсь в Иден. Хорошо. Come with your Digimon. Come еще на что-то влияет. Наверное, комбо. Блин, я знаю поп-данк, кто использует. Я увидел, но я забыл. Блин, и это точно не второй вариант. Блин, я сейчас долго буду выбирать тут. Эти варианты ответа розовые. Блин, кэпчер. Ладно. Сейчас я подойду. Такс.
ВДН, ВДН, ВДН. Блин, я мог ведь через Сибу это сделать. Там же, по-моему, есть... Переход или какой-то тип того. Ну, да, ладно. Так, а куда мне в ВДН надо идти? Блин, Иден большой. Может, они в Колунь меня зовут. Наверное, имело смысл поинтересоваться опять, типа, мол, куда идти, и она бы навела на мысль. Понятно, просто Иден. Хорошо. Ну, почему бы и не просто Иден? Ведь поискать как бы тоже надо. К тому такая неопределенность. Блин, вообще, возможно, они в Заксоне. Но это не точно. Понятно. О, Такуми! Похоже... Он привязался ко мне. О-хо-хо-хо-хо. Эй, это же Такамон. Лопмон. Такамон, слава богу, мы тебя искали, я переживал о тебе. Понятно. Ты пришел сюда, ища этого маленького Дигимона. В общем, когда я бродила по Идену, он был все это время здесь и трясся в углу. Это бедное создание. Ходила в округе. Я проверяла Иден. Камишира. В общем, что-то даст Кмешира, я подумала, если что-нибудь, что я могу, чем я могу помочь. И на деле я пыталась выяснить всю правду о госпоже Рия. Ведь все должны узнать о том, что действительным преступником была Рия Кишиба. Нет, Крусейдер Мон. И когда Арата будет очищен от... Ну, избавиться от всех подозрений. И чтобы это сделать... Что такое экзекс? Привет, Лэнсберг. Нормально, хочу спать.
Я смог проснуться по будильнику в 9 утра, а потом опять уснул. И все плохо. Я до сих пор спать хочу. А, должностное лицо, я полагаю. Прощение. Причем я решил вернуть на работу бывшую. Ну, вернуть. Непонятно куда. Видимо, пересечься. С бывшими сотрудниками, что госпожа Ри выгнала из компании. И с их помощью я получу всю информацию Ри, которую она держала в секрете от общественности. И затем мы сможем переделать новый Иден. Иден будет быстро восстановлен благодаря их помощи. Возможно, их довольно мало, однако они отлично справляются со своей работой. А это появление дигимонов в Токио устроило шумиху. И вот почему сети Иден, ключ к распространению информации, должен быть сильным. Да? И Фей помогает мне в этом тоже. Она должна защищать Иден, пока я гонюсь за госпожой Ри. Спасибо тебе, детектив Такуми, спасибо тебе, прекрасная девушка. Спасибо вам. Причем Иден, который построил мой отец, он далек от того, каким он его задумал, видимо. И истинный Иден, он не должен быть таким. Он должен объединять людей с людьми, дигимонов с дигимонами и людей с дигимонами. Новый Иден должен быть подобного рода местом. Дай его знать, коли у тебя будут новые сподвижки. Я помогу, когда смогу и чем смогу. Все очень плохо, Такоми. Мол, нет никаких либо очевидцев в Сибуе, что теперь? О, ты уже его нашел? Замечательно. Я имею в виду, хорошо постарался. Знаешь, свое ведь дело. Ты истинный детектив, настоящий профессионал. Отлично. Ладно, давай встретимся в агентстве. Могу стоять по будильнику только на работу. В остальных случаях я понимаю, что торопиться некуда, если когда дальше сплю. Не, у меня просто тупо организм выключается. Даже когда мне куда-то надо, у меня как бы сознание есть, что надо идти. Потом я бац и вырубаюсь просто вот наглухо. Как херово прям совсем. Я рада, что ты нашел его. Он был вместе с Юки, как говорит. Благодаря ей. А нет, спасибо тебе за то, что помог мне найти его. Спасибо. Вы можете положиться на нас, повстанцы. Есть друзья терявшихся дигимонов. Ребята, вам есть где жить? Можете ли вы вернуться в свой мир? Мы пришли из гигантской дыры, что открылась в небе недавно. Мы
разлучились, когда убегали от пожирателей, которые упали с неба с нами. Понятно. Тогда почему бы вам не пойти ко мне, тебе? Вместе с Омнимоном мы создадим пристанище для дигимонов, которым некогда идти. Омнимон, один из королевских рыцарей. Ого, вы правда встретимся с ним? Ну конечно, идите за мной, я вам представлю его. Предоставьте этих двоих мне, Такуми. Тебе надо выполнять, мол, работу детектива, пока Кьёко нету. И если... репутация агентства пострадает, пока Кьёко не будет, тебе местечко готовлено в аду. В общем, пока Кьёко нет, я должен разбираться с делами. Ну, у тебя как успехи, Лензер? Хорошо ли тебе спалось после вчерашнего донимания от работодателя? Если еще тут, конечно. Подожди, а какое? Куда мне? По луне уровень 4? Да. Да более-менее, могло быть и хуже, сегодня у меня заслуженный выходной. А-а-а, понятно. Ну, хоть так. А то если тебя 24 на 7 пилили, было бы вообще не весело. Блин, там может быть слева быть. Нужно мне дигимон. Стоп, я там сундук не подбирал. Эй, я же все осматривал. Если бы пилили на свой час, я бы забыл сундук работы. Ну, кстати, да. Не, ну просто вдруг ты какой-нибудь, не знаю. Любитель... очень своеобразных вещей, и тебе подобное нравится, ведь бывают и такие. Кто ж тебя знает. Ну, типа того, да. Интересно, почему здесь сумка пресса? Из-за того, что миры объединились. Как тебе дигимоны? Хотя ты все впустил, ну ладно. Зато можешь визуально оценить уже девушек в моей команде, которых я потом и кровью пытался эволюционировать. Но это еще не финальная их стадия, они потом будут еще красивее. Познакомиться с человеком, которому нравится, что его на работе ругать, представляет сверхурочно, херачить. Ну такие есть, но, блин, ты их найдешь. Вообще люди разные бывают. Есть люди, которые любят работать, но не любят, когда они в бугурте. Есть люди, которые там, любят, когда на них бугурки.
ちゃダメだよ。Или не будут, если рамик... Да не, мне еще пока не надоело за сколько... За 40 часов еще нет. Единственное, если там будут вот эти великие дела, прям вот настолько сложные, что я не смогу осилить, тогда да. Но пока я не вижу то, чего бы меня бы остановило от эволюции. Пока мне все прилично нравится. Прикольно, от покемонов, конечно, огромное различие. Здесь огромное количество гуманоидных существ, покемонов больше всяких животных. Ну да. И еще дигимоны умеют разговаривать. А не пика-пика, Пикачу! И здесь прикольно то, что здесь, ну, по сути, цифровые технологии, будущее и так далее. Ну, или настоящее, черт его знает. Вот. И здесь дигимоны есть в виде рыцарей. Это довольно прикольно. Когда ты видишь подобие рыцаря в каком-нибудь футуристичном или в каком-нибудь месте. Это довольно забавно выглядит. Дигимон хочет быть как человек, ему нужна работа. Окей, а как ему искать? А расспрашивать хакеров? Найди работу в Эдене. Ну, ладно. Ну да, это понятно, что они выглядят как хотят. Просто они могли бы не пилить робот этих, как рыцарей. И я бы грустил бы, наверное. Потому что отчасти мне нравятся дигимоны, которые в рыцари превращаются. Но покисы... Да, раньше появились. Хотя не знаю. Изначально дигимоны это было своего рода тамагочи, насколько я помню. Это потом они уже начали в различные игры пилить. А покемоны, они были... Ну да, наверное, первопроходцы. Хотя, черт его знает. Это надо дату смотреть. Мне не нравится все равно, что создать не придумал ничего лучше, чем создать название с окончанием моно. Ну. Не знаю, как-то все равно есть там этот мон или нет. Не шибко. Меня это расстраивает. Да, везде меня заставляют искать работу. И путь мой к поиску тернист, ибо я опять никого найти не могу. Блин, я запутался. Где здесь выход с этого экрана на следующий? Или там нет смысла идти вглубь и надо обратно возвращаться? Наверное, надо... назад идти. Фантазия. Имеешь в виду до покемонов? Вполне вероятно. Надо палить дату. Так-то.
無理しちゃダメだよ。さあ。Блин, и вот единственное, что мне нравится, как в покемонах, как и в Дигимонах, это вот какой-то вот кал. Вот обязательно должен быть какой-то сратый покемон, либо Дигимон, который, похоже, был бы как говно, или еще что-то, или метался бы говном, и ссал бы на лицо, или пердел бы, или в навозной куче был, господи. Или в виде толчка, на котором демон сидит, или еще чего-то. Как мне это не нравится в этих играх. Ну да, первое не СМТ, а МТ. Потому что вселенная ведь Мегатен правильнее. Ну да, я помню, что на NES, но геймбой же он вроде как появился... А когда геймбой появился? Когда конец РНС была? Или появился уже, когда SNES был, а про NES забыли? Мне казалось, что на конце зари NES. А Мегатен я хер знаю, когда он там выходил. СМТ, значит, СМТ. Да. Давай-ка я сначала посмотрю зоны, где люди просто разговаривают. Может, тут работенку мы найдем. Блин, ну небось опять работенка по поиску призраков, либо еще чего-нибудь. Так, мне сказали именно в Эдене искать. Это немного облегчает поиски. По-моему, здесь был еще один Дигимон, кстати. Либо у него же Дигимоны мерещат там, где их не было. Опа, мужик, здорово. Так. Привет, Маша. Нужен кто-то с рефлексами. И я... Циркус — это ведь цирк, правильно? Мне нужен, короче, тот, кто сможет тренировать других людей. И... их как бы подбадрил и так далее. Привет, Фокс. Нет. Я сейчас сомневаюсь, что есть Дигимон в виде ключа. И покемон-то точно есть в виде ключа, это как у Дигиты или как, которые члены в земле торчат. В Дигимонах, по-моему, ключа нет. Блин, я опять не то нажал, но ёп, кранбабай. У тебя теперь постсиндромное это... Постсиндром Пасхи? После вчерашнего? Просто уже переработано? Ну-ка... А, я, кажется, понял, о ком ты. Это вот это вот кулич?
Вот кулич еще, кстати. А, понятно. Так. Говорил, нет ключа. Да, я кто же знал? После вчерашнего много вопросов. У меня тоже много вопросов. Просто сейчас думаю, как нам реализовать патент какой-нибудь поселение без игры. Патент тяжело реализовать. Надо просто это создать отдельный чат, информация из которого просто не будет вылезать, и создавать игры на RPG Maker, и тем самым ты будешь их патентовать, грубо говоря. А потом, когда выйдешь на новый уровень, ты просто свои же идеи будешь просто возводить в апогей и делать еще более всратыми, но при этом уже будешь делать это официально под крылом крупного издательства. На самом деле это не так работает, но хер с ним. Все, мы нашли ему работу. Нет, он напуган. И он очень переживает о собеседовании на работу. Да ты запарил, господи! Уходи! Слава богу! Вообще надо просто это... Как вам? Хотя, с другой стороны, я могу просто на тебя забить и... Ну да. Я просто подумал, можно, грубо говоря, это... А, я придумал, кстати. 5 мяса дал, советую за тебя спешл, как номер? Ну блин, спешл-то по сути атака, а убивать циркачей это что-то не очень клево, поэтому я как-то решил другой вариант выбрать. Короче, Фокс, надо фанфики писать, во. Публиковать их в интернете, в итоге мы станем... знаменитыми, как женщина, которая публиковала 50 оттенков серого. А потом пойдем с сценаристами работать к японским геймдизайнерам и будем делать все еще более всратыми. Они еще грибами тебя угостят. Этим подруги Валторны. Не знаю, мне он не понравился. Она какая-то... Знаешь, в психушке людям делать нечего, и они какую-нибудь хероболину себе на шею наматывают. Вот этот чувак, он тоже такой думает, бля, что делать, блин, на хуйню какую мне сделать. И взял трубу себе на голову надел. Зачем, хер его знает, просто. Вот именно так я вижу эту лягушку. Секунду.
А это что такое? Let's take a break? О! А это раньше тоже можно было делать? Хм. А что будет, если я это сделаю? Это типа скипнет все квесты? Хера себе. Где это я? Ладно, давайте вперед. Что? Это Доп Данж? Что за херня? Происходит. Блин, я зря увидел это место. Пойти полежать, блин. Полежали и очухались, черт знает где. Так, там был Nightmare третий у меня. Где он? Дигимоны. Так, нет, а настройки... Во, вот этого можно обратно превращать в говно, дающее опыт. Но мне надо терминал теперь найти, но я в какую-то санину вовлекся. Кем не бывает. Кстати, хакеры, ну, которых вторая часть, я потыкал до третьей главы, чтобы этот мультиплеер открыть. Вот. Выглядит он... Еще круче. Я так и не... Поскольку я там все скипал, я ничего не понял, что там происходит, поэтому... Когда-нибудь мы пройдем, осилим и... И прочее, и прочее. Но выглядит как больше, лучше и так далее. Так, мне сейчас вперед надо или все-таки налево? Я хочу все залутать. По-моему, вперед там тупик будет. Потом налево и налево. Не, стоп, это к выходу ведет. Да. Это какие-то чипы дает. Что они еще делают? Они с татом приплюсовываются. Чип. А, вот они чипы. Понятно. Хорошо. Блин, но дигимоны здесь высокоуровневые. То есть я реально в какую-то срань вляпал, судя по всему.
надо было квест сдать, а потом этот, в это место заходить. Блин, не Crusader Mon же. Crusader Mon нет 4 рук, чтобы делать... Эй, извини, я опоздал. Эй, гляди, гляди, я принесла вам еды, как вы просили. Паука, скорее, скорее. Эй, подожди, мой черед. А, нет, подожди, своей очереди. Лики... Свою порцию уже мало получил. Еда очень вкусная, фука. Вы двое всегда как поросенки. Я хотел бы поиграть с фукой еще раз после того, как мы поедим. Да, поиграем. Идем. Эй, подожди, я хочу Нью-нью, тебе не надо торопиться, ешь медленно. Чё-то какая-то странная херня была. Это был сон? У вас было новое дело и... Проверил на доске. О, оно красное. То есть это было... Это было сюжетным? Ладно. Ладно, давайте еще один квест сделаем, не обязательный. Так. Дэми Девимон. Ну, где мне его найти? А, 1600-150. Блин, мне кажется, можно вообще забить на просмотр этих эволюций, потому что это явно не скоро будет. Очень не скоро. Так, дверь в другое пространство. В Димон. Так, у этого есть Nightmare. Ай, так, у меня возникает вопрос. Из него делать платинового или золотого? Наверное, золотого. А из золотого потом супер платинового. Правильно ведь? Да, платиновый Нумимон мне нужен. Остался прокачать до 65 уровня, и у меня вновь будет экспа горой просто. Так, Абис 40. Там 50 require. Давай еще Аби покачаем, все равно там предмет его нету. Как будет, тогда и займемся прокачкой. Сколько там? 47. Чё-то маловато. Зря я это сделал. Так, морской дракон. По-моему, тоже надо Аби вкачать. До 80, что ли? Долгий процесс. Виргромон. 5 надо просто апнуть. А, Сильфамон. Игра условий. Димон готов. Блин, только вот это еще надо было эволюционироваться. А вот если не Гимоны, не Покемоны и не Занзара,
Я даже не знаю, что за Занзара, хотя ты о ней рассказывал раз 10. Я до сих пор не представляю, как она геймплейна. Еще подобные игры... монстрами коллекционирования. Monster Ranch. Или Rancher, или как его. Например, Dragon Quest Monsters. Demi Kids. Monster Hunter Stories. Возможно, что-то еще, но... Да, раньше. Ну да, либо Мегатены. Там берешь демонов, собираешь, но... Мне кажется, Фокс там, он именно про ферму и прочую. То есть тогда Мегатен, он не подходит в принципе. Ну и World of Final Fantasy там тоже нету фермы. Я думаю, он про вот выращивание яички и так далее. Вот. В общем, Monster Rancher, Demi Kids, Monster Hunter Stories. Что я еще называл? Я уже не помню. А, да, Dragon Quest Monsters. И больше я не могу вспомнить. А, просто при эволюции. Тогда Мегатен... Есть еще типа развития городков, так сказать. Но там не монстры. А может быть, что-нибудь придумаю, а может быть и нет. Знаю. Ну, Jade Cocoon, да, кстати. Ну, в плане собирательства есть еще Суикоден. Блин, до 30 уровня его надо качать. До всем, что ли? Ну, давай до 30 буду апать. Почему бы и нет? А, Yo-Kai Watch. На 3DS. Они как покемоны, так про Yo-Kai'ев. Потом на Game Gear есть какая-то залупа про роботов. Или киборгов. Там тоже собирательство. Ой, это кто такой? Я такого еще не мог сделать. Мача Гаугамон. Вот кто он. Блин, а ему надо Аби, да, теперь вкачать? Ну ладно, давай деградируй. Господи, что у него? Почему он срат? Блин, вроде Леомона хочется, а вроде и нет. А, пойдем по неизвестной залупе.
И потом вы его в обезьяну апнем. Ай, да. О, господи. Что это за хера тень? Пиздец. Так. Да, имя я его увидел. Он мне очень сильно не понравился. Блин, эти жуки чем-то похожи на из Гайвера. На некоторых особ. Так. Возможно, и от меня не в восторге. Он просто выглядит, как будто собака, которая охраняет какое-либо место. И ее накачали просто стероидами. Или силикон залили, чтобы мышцы типа были. Короче, караул какой-то. Стоп, это тот самый Гилман, которому... Да, которому я качал Аби. А что я хотел сделать-то? По-моему, в Тиран Моно, у Тиран Мора, по-моему, есть форма, которому надо Аби как раз-таки, правильно? Нет. Что-то я не то хотел сделать с Гилмоном. А, это 95. Ну да, все равно. С фермой я разобрался. Так, что мне еще надо делать? У меня какой-то квест, по-моему, висит. А, Демидвимон найти в городе. Хорошо. Подожди, что ты тут делаешь? Я голодна, я голодна. Ноки, возьми меня, возьми меня. Да-да, хорошо. Если я вас возьму, вы успокоитесь. А, Такуми? Короче, у нее дельта для нас есть, в офисе оставит она. Короче, когда они объединяются, они тратят много энергии, поэтому для простой прогулки они разъединились. Но если что, в Омнимона вновь мог превратиться.
Уэна? Мне туда по квесту? Вот в музей? А, это куда, где мне сон приснился, кстати говоря. Насколько я понимаю. Но что-то сомнительно, что мне здесь сюда по квесту надо. Так, нет, ладно, я не хочу сюда. Что-то мне все это муть не нравится с тем, что я поспал, и какая-то срань произошла. Какая-то она больно слишком подозрительная эта вещь. О! Кто ты? Класс. Ну как мне быть? Мы замерзли с дигимонами, и они берут и нападают. Не чтобы выслушать. Блин, а он жесткий. Много хп, больно. Мало экспы. Караул. Вы, ребята, хорошие. Мастер тебя ищет. А, это и есть тот самый Девимон. Я почему-то подумал, что мы должны найти Девилвумон. В общем, да, вернусь я к своему мастеру и так далее. За то, что он большого уровня. У него было много хп. А, ну, кстати, если я приду в ОН, то по факту ничего же ведь не произойдет, поскольку я же не взял этот квест основной, красненький. Поэтому можно сейчас пройтись в ОН, все там прочекать, лутаться, если что, а потом взять квест, и если направят, то направят. А то они медальки обычно не дают подобирать. А у меня нет причин туда идти, понятно. А вот сюда как будто у тебя были причины идти.
Новая. А, еще добавлено. А, это который этот Nokia добавил. Не хочу. Опять я не пройду. Окей, окей, окей. Поедет итальянскую еду. Мы не идем на свидание. Да слышь ты, алло. Семейный ресторан в Синдзюку есть. Короче, давайте жрать, неважно где, я голоден. Вот это нормальный подход. Так. Ой, я сюда, по-моему, еще не приходил. После того, как объединились миры. Так, и где он? Где-то в проходе. Что из них ресторан? А-а. Пахнет вкусно, откуда исходит запах? Опа. Юка. И уходит. Так, большое меню, как насчет гамбургера. Каждый человек в мире ест это. Оно дешевое, вкусное, популярное и простое, типа. А что за стейк? Это все любят, но не общераспространенная еда, типа. Оно дорогое для элиты. Пали. Еще хотят и есть. Подожди, чего? А, вот, понятно. Блин, они делают два одинаковых квеста, причем про еду и просто где паренек что-то жрет и описывает ее. Это типа должно как бы продвигать отношения или что. Что это сделали? В первый раз-то там понятно, квест был а-ля оцените ресторан и помогите критику. А вот это зачем? Чтобы мы деньги свои потратили на жрачку для дигимонов, которые причем еще и не наши, и так далее. Ты же понимаешь, что у меня куча карманов и так далее. Не, ну
Типа да, японцы культ еды, но здесь прям это максимально херово выглядит. Типа ладно, шутки про то, что на кофе не умеют готовить, это нормально. Про оценки критика тоже нормально. Вот это полная херомантия. Господи, а теперь они после жрачки начали еще требовать еды и теперь с ума сошли. И она заплатит. Ну ничего себе. Я к вам присоединюсь. Господи, могли бы сделать, не знаю, квест про то, как дигимонов в какую-нибудь алкашку ведут, и их там поят молоком, а затем они безумствуют, и, не знаю, и какую-нибудь еще забаву сделать. Ну ладно. Так. Кэнди шоп. Я что-то пропустил, а где он? Наверное, в этом же районе где-то. Так, нет, это автомат. Ну да, вот. Короче, она перечислила большой-большой заказ, она говорит, ё-моё, ты что, с ума сошла? Она говорит, я сейчас могу за все это заплатить. Такая, я не об этом. Короче, опять ну, девушка с бездонным желудком. И все, наконец-то дигимоны счастливы, они поняли, чем мы питаемся. Надеюсь, больше такого не будет. Ой, еще и ранг сыщиков повысили. О, Memory Up, кстати, за этот квест давали. Так-то. Внезапно... Хотя бы награда хорошая. Блин, а эти символы я вообще использовал где-то? Наверное, нет. Я, кстати, почему-то думал, что красные дела, они как бы... Ну, вот эту область захватят. Вот здесь будут синенькие... Желтенькие. Ну нет, красненькие, они еще вот так вот пойдут. Там еще вот так вот пойдут. Наверное. Ужас какой-то. Так. Помоги моей сестре. А, вот как раз место у Эны есть. Там расширитель ферм будет. С тех пор, как Йока нету рядом.
типа, я возьмусь за дело ради нее. Несмотря на меня так, я могу отвечать за телефонные звонки и отсылать электронные почты так же хорошо, как кто-либо. В любом случае, возьмись за дело. Имя нашего клиента... да, Масанори. И он хочет, чтобы мы помогли его сестре? Вроде так. Этого тебе достаточно? Я действительно не понимаю, почему тебе не надо знать больше информации, однако работа есть работа, и в ней я хорош. Кстати, он сказал посетить его в Уэна, где он тебе объяснит подробности. Я чувствую себя настоящим детективом, когда занимаюсь подобными вещами. Блин, там... Блин, я все время кнопку забываю прожать. Да, ферма. А, кстати, надо восстановить ХП и СП. Блин, не туда... А, нет, сюда зашел. Все верно. Вот жалко, что здесь триггерами нельзя переключаться между фермами. Это было бы немножко удобно. Блин, опять не то нажал. Хотя, может быть, инвестикейт сделать. Чтоб просто квесты эти накопились, потом, если что, их выполнить. А то квестов не будет, а мне надо будет что-нибудь поделать. В итоге толку-то. С другой стороны, у меня там дигимоны качаются, вроде как. И даже вроде как их эволюционировать можно. Мне надо Аби и Кама. Эй, сюда. Сюда, ты ведь киберсыщик, верно? Я Масанори, который тебя позвал, и... Мол, иди-ка ты сюда. Спасибо, что взялся за работенку. В общем, полное отстой, что я признаю это, однако не думаю, что я могу защитить свою маленькую сестренку саму. Даже, ну, я должен объяснить тебе, что я подразумеваю. Видишь ли, она выходит, ну, поздно ночью куда-то уходит. И я думаю, нет, я знаю, что она связалась с плохой группой друзей, и, в общем-то, я беспокоюсь, что она станет девушкой-плохишом. Ну, почему мне нужна твоя помощь? Мне нужно, чтобы ты разобрался с ней и так далее. Они отстали от нее. Я не прошу тебя убивать их или типа того, клянусь. Просто поставь их на место. Пожалуйста, я рассчитываю на тебя. Она приходит в этот парк каждую ночь. И я последовал прошлой ночью и увидел ее. И я собираюсь сегодня тоже ночью дождаться. Хочешь ты со мной остаться? И гляди, вот и она вот здесь. Что это за чертово создание? Паука. Ты вернулась. Вы тоже двое вернулись. Ну же, давайте играть. А почему они могут это делать днем? Бедная девочка, взгляни на этих монстров, притворяется ее другом, использует ее. Ну же, тебе надо преподать им урок. О, почему нет? Ты видишь то же, что и я, верно? Если мы ничего не сделаем, тогда паука... А? Ей, мол, весело. Да, ты прав. Я никогда не видел подобные улыбки на ее лице. И когда началась вот эта вся Кавасия в Токио, она была отстраненной. Однако сейчас она, мол, улыбается. Красивейшая девушка на свете.
Она настолько широко не улыбалась, даже когда я рядом был. Каким же я был дурачком. В общем, я должен поблагодарить этих людей, а нет, это не люди. В общем... Спасибо, что... Отсиделся тут, мол, детектив. Ты помог мне понять все. Однако я все еще беспокоюсь о ней, поэтому я малость еще сижу здесь и понаблюдаю, чтобы убедиться. Блин, а вдруг это реально плохие дигимоны? Ну что, хорошо ли ты поработал? Отлично, хорошо сработано. Ты получил, мол, награду. Эй, детектив, в чем дело? Ты хочешь свою награду? Однако мы еще не закончили. Я не закончу... Ну, я не заплачу до тех пор, пока все не встанет на свои места. Должен, мол, остаться, наблюдать за этими тремя тоже. И поэтому тебе лучше вернуться в этот парк ночью. Да. Есть еще время перед ночью. Тебе мало с ней поспать. Намного лучше, когда ты типа выспавшийся. Может быть, я еще к тому же и Фуку вижу с этими дигимонами. Иди-ка сюда, маленькая девочка. Тихая и спокойная. Мы не хотим, мол, испугать тех, кто позади тебя. Офицеры, вы должны поторопиться и... девушку спасти, мол, от них, прежде чем они ее съедят. Они не собираются меня съедать, Лики и Нью, мои друзья. Похоже, мне не осталось выбора, эти монстры должны быть остановлены. Люди... Ну, на людей нападают все эти существа по всему Токио. Я не собираюсь просто стоять здесь и наблюдать, как-то случается вновь передо мною. Нет, не надо. Ты напугал меня, в чем дело? У тебя был плохой сон. А с каких пор мы можем предугадывать события? Я не понимаю, что ты хочешь сказать, однако уже ночь, поэтому тебе поторопиться до встречи с нашим клиентом. Фука и ее друзья в беде. Ты об этом узнал, коль ты спал? Это было больше, чем сон? Где трое в опасности? Твое бессознание подключено к сети? И к чему-то? Когда ты спишь? Если бы Куёко была бы здесь, то она бы знала бы все наверняка. А я-то без понятия. Может быть, это знак того, что твое тело становится нестабильным. Ох, Кьёко, возвращайся скорее, пожалуйста. Блин, забавный котейка. Нет, я ненавижу вас всех. О нет, это нехорошо. Кто-то... Эй, деточка, подойди ко мне. Ну же, сейчас, пожалуйста. Говорю же, нет, вы просто... Катите бочку на Нью-Нью и Леки, я знаю это. Я не пойду никуда. Я не о них, есть кое-что за тобою. А кто ты? Ты друг Леки и Нью-Нью. Я голодный, нужно еды. Блин, они вместе что ли эволюционировали в это? А, твой живот, мол, урчит, я принесу тебе еды, которая у меня только есть, коль тебе надо, чтобы ты хотел поесть. Людей... Покорми меня. А, нет, вот они прибежали. Не плачь, Фуука, мы защитим тебя. Ты и пальцем не тронешь, Фуука, мы защитим тебя, Фуука. Сейчас или никогда... Мы должны диги эволюционировать.
Ну и он дигиволф. Мон дигиволф. Что-то произошло? Думаю, мы все еще не можем эволюционировать. Полагаю, что нет. Я еще голоден. Быть не можем. Ну, нам ни за что не эволюционировать, когда мы. Ну, из-за. Поскольку мы все время играли с паукой, а все это не важно. Мы должны любой ценой защитить ее. Да, ты прав, даже если мы не можем дигиволюционировать, мы должны сражаться. Дайте мне еды. Извини, но у нас ничего нету. Тогда дайте мне эту девушку. Ты сказала же ли мы тебе? Она с нами. Ого, вы такие клёвые. Дигиволюционирование это клёво. Блин, черт возьми, хил комбо, надо самому контролировать ее. Кстати, теперь ты два помощника, ну, дигимона помощника. Забавно. А, ну хотя с Агумоном и Губумоном такое уже было, так что неудивительно. Блин, а у меня одиночного хила нету, правильно? Нет, есть антипоизон, но... Пускай его. Можно было просто массовый хил использовать на много-много хп. Но он отнимает одну треть моей маны, она 40 маун стоит. Самый лучший выбор. В плане того, что кастовать. А теперь надо хилиться, да. Блин, после этого квеста выполню эти, то, что я нашел на поиске предметов. Просто быстро разгоняю и все. И пойдем новые искать. Либос вот эти Great Salt, или типа того, они где-то вот среди них кроются. Там же я выполняю какой-то квест, что-то об этом написали, но я все проскипал удачно. Какую-то инфу. Ребята, вы удивительны. Вы столь замечательны, Лики и Нью-Нью. Когда мы стали столь сильными... Похоже, был еще кто-то, кто помогал нам.
Вам, ребята, лучше вернуться и поиграть со мной вновь. Это да. Конечно, мы вернемся в Фоука. Это вы так из-под тяжка, что ли, помогали? В общем, я рад, что она подружилась с дигимонами и так далее. Я надеюсь, я буду решать дела как клёвый мастер-детектив вроде тебя. Интересно, что бы Кьёко сказала, будь она там. Нинью и Лики объединили силы. Нинью, Мимон и Лики, Эрекмон. Если... Если взять первые слоги из их имен, то получается Нуя. Нуя — это химера из греческих мифов. Да. Сегодня произошедшая ночь мы можем называть Ночь живого Нуи. Что? Думаешь, она действительно бы это и сказала? Ты хоть понимаешь? Ну, знаешь, что такое Нуя? А, я понял. Ты пытаешься меня ввести в заблуждение. Будешь надо мной, потому что я... Ох, черт, я уснул, а? Фуука, детектив. Куда все, мол, подевались? Блин, а мне сейчас, наверное, не дадут дек взять. Такуми, это я. Хотел бы я с тобой немного поговорить. Может ли ты прийти в Сибую, пожалуйста? Что ты себя нехорошо чувствуешь? Надеюсь, это не из-за расследований, насколько я понял. Глава 14? Что? Так быстро? Спасибо, что пришел. Это касательно, ты себя нехорошо чувствуешь. あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ. В общем, после, сам знаешь, чего плана, все пришло в действие. И... В итоге проблемы между дигимонами и людьми начали, грубо говоря, нарастать и так далее. И... Ну, все хуже и хуже обстоят дела. Если так продолжится, то это выйдет из-под контроля. Надо что-то предпринять, однако... Извини, но... Ну, повстанцы пытаются, грубо говоря... помочь этому всему. Я хочу отослать их домой, в цифровой мир, прежде чем все станет хуже. Но пожиратели, они поглотили, грубо говоря, наш цифровой мир, и у нас более нет дома. Я все еще думаю, если мы сможем защитить дигимонов, вернуть их в собственный мир, то все это прекратится, однако я не могу их отослать в цифровой мир сейчас. Однако
им навредят, если они останутся здесь. Я даже не знаю, что мне дальше делать. Я у него сказал, что мы должны найти других королевских рыцарей. Королевские рыцари... Рыцари, вероятно, прибыли в этот мир, когда пространственная дверь была открыта. Они все скрываются, и у каждого есть своя мотивация и так далее. Скрываются они где-то в Токио или в Эдене. Мы должны найти их и... убедить их. Тяжело, что будет либо предпринять к тем рыцарям, которые избрали путь уничтожения. Однако есть королевские рыцари, которые и не ищут другой путь решения. Однако у них все еще есть сомнения. Однако они, несомненно, примут силу воли Ноки, и многие дегемоны последуют за королевскими рыцарями. Так настанет, ну, в нашей стороне много кого будет, и чем больше нас будет, нет, ну и так у нас будет, видимо, больше дегемонов, которые смогут взаимодействовать вместе с людьми. И это должно будет малость остановить это разрушение. Ну вот так вот, так умер. Так что давай-ка искать королевских рыцарей. Теперь сыщик, мол. И, в общем, нам надо исследовать цифровые волны для того, чтобы отследить королевских рыцарей, полагаю. Да, ты прав, Киёко все еще здесь нет, и это будет проблематично сделать все в одиночку. Но ведь так все хорошо было. Это бесполезно, я попробую найти признаки других королевских рыцарей. Признаки? Это они... Но... Ну, признаки. Они нам подскажут, где они расположены. Королевские рыцари. Они обладают огромной энергией. Мол, и если они не попытаются замаскироваться, то я смогу их найти. Замечательно. Почему мы сразу с этого не начали? Ведь я об этом даже не подумала. Извини, Ноки. Я уже нашел знаки и ближайший них вот в том направлении, Акихабаре. Похоже на то, там должно быть Галантмон. Давайте же направимся туда. Ты должен присоединиться к нам, Такуми. Мол, если он будет против, то мы, нам придется с ним сразиться. И коль будешь с нами, то будет получше дела у нас обстоять. Кстати, куда он сказал? Я забыл. Синдзюку? Чёрт.
Так, это новая глава, да? Новая глава. Во-первых, квест, а во-вторых, мне еще Виголова надо найти. Блин, я что-то очень быстро как-то 13-й прошел. Неужели сейчас сюжет будет просто вжух-жух-жух бежать? Ну блин, они все первой сложности как бы. Единственное, что за них дают, это медальки как бы. И деньги, причем очень мало. Не очень эти квесты мне нравятся. Ай, так, улюнь. Твердый уровень. Это... Нет, не так. Что, поесть Дигимоном должен был у входа поговорить, разве нет? Да, где-то на 4-м этаже. Поехали. Стоп, на всякий случай. Я просто осматриваюсь. Самое начало. Да, здесь точно ничего нету. Они вновь омнимоном стали. Ну да. Логично. А, вижу, кстати. Предмет-то. Блин, ну по-моему там еще два квеста именно на поиск.
Я хочу список злобных хакеров одолеть, которых 15 штук там, по-моему, было. Понятно. Блин, а интересно, в другой части, а там музыка немного другая будет, или там то же самое, вот только с новой этой композиции. Просто это капец какая халява в плане. Музыки-то. Отчасти. Привайв выучил. Так, инвестигейт надо поставить ему. Инвестигейт. Вот это. Блин, а вдруг вот такие мини-квесты дадут ей 100 для Веймона? Было бы неплохо. Так, что там еще? Предмет. А, да, два предмета еще надо найти. Так, на четвертом этаже этот, другой на третьем. Так, я добыл этот расширитель. Термотор, да. Оп. Так, и надо еще лидера поменять на... Во, поисковик. Блин, что я делаю? Так, команда Investigate. А почему им разное время требуется, кстати? Это из-за ранга получается? Поиск идет. Аля 45 минут, 30-35. А почему тогда на тренировку уходит всегда по 30 минут? Почему ранг на это не влияет? Или это именно из Дигимона, он слишком крутой, поэтому расследование идет быстрее? Непонятно. Так, Колун уровень 4.
Так, надо сначала лево проверять. Там можно забраться и так далее. Ну, здесь ничего нету. Удаленной камеры, по крайней мере, ничего не видно. Значит, идем дальше. Блин, интересно, куда Кьюка попала? Она в подполье решила уйти и помочь хакеру тому. Или ее один из королевских дигимонов что-то не сделал. Блин, а где здесь предмет? Ничего блестящего я здесь не вижу. А, вот оно. Там. Так, а потом еще на третий этаж. Изи квесты. Так, и последний остался. Блин, жалко, я не могу посмотреть еще раз ту подсказку, которую мне вкинули. А, Great Key. Топ. А, это геймер номер один, я думал, что... Ну. Так, это уже третий этаж.
И она, наверное, в самом дальнем уголке. Привет, Сейферикс. Но нет, она у входа. Как поживаешь? Во что играешь? Дело расследовал. 42. Я до сих пор не понял, что за сейф за Дигимон. 12. Что будет, если я его замакшу? 530 тысяч. Так. Ферма. Ферма еще нет. Так, пойдем. Я Веголового еще нет самое. У него предмет не забрал в этой главе. Так, теперь забрал. Стоп, я хочу Дигимонов, да. Па-па-па-пам. Дропрей. Так, что, по-моему, два уровня, мне Nightmare 3 откроется. Это будет неплохо. Копасик. Понятно. А, больше увеличить я не могу. Да. Так, давай-ка я на всякий случай. Есть подозрение, что там будет босс. Дикий рыцарь, они не это самое. Надо восстановиться. Так, давай-ка я здесь сохранюсь. Сейчас я подойду. Кто там? Ага, понятно.